да чё же он непривлекательный, а? Ну и происхождение, прости, Господи, тёмное, и взгляд, ох, не, ну взгляды-то есть, ну какие-то мутные. Ай, Господи, ну почему у меня демократа до мозга, то есть ей под конец родилось именно это, а? Да-да, первенцы ваши были посимпатичнее. Ну, они же мне все разнравились, вот я и родил этого. Сердцу не прикажешь. Ну, мне тем более. А ты кто? Если честно, то фея. Очень добрая. Ладно же. А, ну, я переутомился. Ладно. Ухожу на заслуженный отдых. Бедный. Он работал свыше сил. Мочить в сортире! Ой, разговаривает. В сортире мочить всех! Ну-ну, не всех, лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека. На, поешь. Только не с руками. Какой активный малыш, надо же. Ну, если вы не против, вы не против? Я так и думал. Тогда мы причешем вашего наследничка волшебным телевизионным гребнем и начнем потихоньку выводить в люди. А то мне тут все крылья оборвут. Милостивые государи и государыни, позвольте представить вам одаренного редчайшими способностями юношу, который недавно осчастливил своим присутствием наши краснокаменные университеты. Как его звать? Господин Путин Цинобер через черточку. Господи, какой красавец. Кто красавец? Как кто? Сами не видите? Он? Он красавец? Конечно. Какие могут быть сомнения? Просто это Аполлон. Боже мой, Серж, подумать только. Я не считаю себя просвещенными людьми. Ну и что? А мне тоже нравится. Господин Цинобер, скажите что-нибудь. Мы в нетерпении. Бросим! Мы дали им по морде. Всем им дали по морде. Чтобы они знали. Патриот! Истинный патриот! Оплот нации! Деятель государственного масштаба. У вас у всех что-то со зрением, господа. Очнитесь! Сударь, вы ведете себя неприлично. Да. Почему этот человек все время буянит? Кто буянит? Я? Господин Цинобер. Разрешите вокруг вас объединиться? Вы как раз то, что сегодня нужно всем нам. И как вовремя появились. Я ваш поклонник. Я ваш поклонник. Как я сказал? Вы сказали, что вы его поклонник. Я это сказал? Сам сказал? Но я же не глухой. Тут что-то не так. Какое-то колдовство. Это было какое-то наваждение. Я себя не помнил. Охотно верю. Теперь на прием к этому политическому карлику занимают очередь деятели культуры. Они уверены, что он поддержит оперу и балет. Сенаторы готовы сделать его бургомистром города. Стоит ему поковырять носу, как все сходят с ума от восторга. Это колдовство. Я знаю. Куда мы идем? Мы уже пришли. Вот, вот то, что нас спасет. Мы должны узнать, кто он, и тогда сможем разрушить его колдовство. Я вас предупреждаю об опасности диверсий. В настоящее время следует как никогда повысить бдительность. Спиноза, просто Спиноза, дальше. Как сказал, ах, шайтан. И укрепить производительность. Антидюринг. Ульянов Крупский. При этом ни один фактор равнодушия, волокиты, недисциплинированности должностных лиц не должен оставаться без последствий. Это Цицерон.
это цитрамон. Ничего не понимаю. Он не гном, не Альраун, не король жуков и не маршал пауков. Может, он мышиный король? Это из другой сказки. Ах да, значит, он обычный человек, но ему помогает какая-то тайная сила. А? Не может быть! Что? Там какое-то НЛО! Здравствуй, малыш. Дай-ка я еще разик расчешу твои волосики волшебным телевизионным гребнем. Сейчас ты у меня будешь как конфетка. Скажи, фея, получу ли я в марте орден зеленого пятнистого тигра первой степени? На 4 года, мой маленький. Если будешь себя хорошо вести. Почему только на 4 года? Не жадничай, мой хороший. Я все понял. Видишь, у него на голове 3 красных волоска. Вижу. Их надо выдрать. Не надо. Он будет совсем лысый и страшный. Зато потеряет свою колдовскую власть над нашим городом. Неужели непонятно? Ну вот, мой заколдованный, теперь все снова будут от тебя в полном восторге. Что бы ты ни делал. Волшебные волоски. Кто? Я. Молодец. Прощай. Улицам ходила большая крокодила. Она зеленая была. Такое. Nato noi nobile qual più mai vento muto accento e